И да, каждый раз, когда мы начинаем эту рубрику, у меня складывается ощущение, что я попал в какой-то день сурка. Потому что первая ошибка, вне зависимости от упражнения, у всех одна и та же. Люди слишком рано начинают пытаться делать те упражнения, к которым они физически не готовы. И на примере выходов силы это отлично видно, потому что само упражнение, оно называется «выход силой». Ведь мощь джедая идет от силы. То есть ты должен его делать за счет силы своих мышц. Но, к сожалению, из-за того, что интернет полон роликов о том, что можно учиться делать выход силы за 5 минут или достаточно уметь потягиваться 10 раз, многие считают, что вот всякие вот такие вот варианты – это тоже выходы силой. Хотя на самом деле никакого отношения к выходам силой они, конечно же, не имеют. Это что угодно, кроме выхода силой. Здесь нужно понимать ту же аналогию, что и с подтягиванием. Нельзя научиться делать подтягивания за счет силы мышц, если этой самой силы в мышцах нет. Сколько бы вы роликов, обучалок и мотивационных видео не посмотрели, требуется время, требуются тренировки, требуются регулярные тренировки для того, чтобы набрать с помощью подводящих упражнений, облегченных упражнений, да, более простых версий, чтобы набрать силу в мышцах и сделать свое первое полноценное подтягивание. То же самое с выходом силой. Естественно, есть возможность читить, есть возможность использовать инерцию за счет маха ногами, но это не выход силой, это какое-то другое упражнение. Окей, как понять, что у тебя достаточно сил для того, чтобы начать тренировать выход сил, начать делать попытки и пробовать его? Я считаю, что нужно уметь подтягиваться минимум 20 раз. Естественно, при определенных обстоятельствах ты сможешь делать свой первый выход до того, как ты научишься подтягиваться 20 раз, но ты потратишь на это гораздо больше времени, на его изучение, это во-первых, и во-вторых, ты гораздо больше рискуешь получить какую-либо травму, особенно связанную с локтями, об этом будет мой следующий пункт, чем если у тебя уже есть достаточная база. Если ты можешь делать чистыми 20 подтягиваний, то сделать выход для тебя уже не будет такой большой проблемой, и как только ты узнаешь, как его надо делать правильно по технике, чтобы все получилось, ты, скорее всего, сделаешь его с первого раза. А это, по-моему, очень и очень круто. Окей, будем считать, что у тебя достаточно сил, раз ты продолжишь смотреть это видео. И здесь мы сталкиваемся со второй ошибкой, которую может допустить новичок, который только начинает учить выходы силы. Это слишком большое желание научиться их делать и слишком сильное форсирование событий. Дело в том, что в процессе изучения выхода силы, в фазе перехода, когда тебе надо закидывать локти наверх, у тебя возникает огромная статическая нагрузка на локтевые суставы. И все, кто учили выход силой, знают, о чем я говорю. Я говорю именно об этом не очень приятном чувстве в локтях. Так вот, когда ты понимаешь, что это чувство уже начинает мешать тебе тренироваться, а это обычно возникает после нескольких попыток выходов силой, надо прекращать. Твоим связкам, твоим сухожилиям требуется время для того, чтобы адаптироваться к той нагрузке новой, которую ты собираешься им дать, а переход от подтягивания к выходам силы – это действительно очень серьезный переход. И поэтому не нужно форсировать эти события. Если ты чувствуешь боль, и если ты чувствуешь, что боль нарастает, прекрати тренироваться. Вот мой тебе совет. Оставь свое эго, оставь свое желание как можно быстрее научиться делать выход за пределами площадки, потому что ни к чему хорошему это в конечном итоге не приведет. Ты не сможешь выучить выход силы быстрее, чем твой организм адаптируется к той нагрузке, которую ты собираешься ему дать. А вот получить травму локтевого сустава, латеральный эпикондилит, медиальный эпикондилит, много разных всяких страшных названий можно назвать, которые надолго тебя выбросят из тренировочного процесса и которые тебе совершенно не нужны. Здесь мы опять возвращаемся к первому пункту. Почему я так много говорю о том, что необходимо иметь достаточный уровень подготовки перед тем, как вы начинаете двигаться дальше, повышаете уровень, делаете более сложные упражнения и более тяжелые упражнения? Потому что этот уровень подготовки является вашей страховкой, является вашей защитой, вашим щитом от той нагрузки, к которой тело еще не привыкло. И чем сильнее ваша защита, тем меньше вероятность получить травму. А в конечном итоге значит, что вы сможете быстрее прогрессировать, что является вашей целью, так ведь? Ну все, о двух основных ошибках, о которых я хотел рассказать, я вам рассказал. Теперь пора рассказывать о тех ошибках, которые вы хотели, чтобы я вам рассказал.
И первая ошибка касается запястья. Положение запястья на перекладине. Дело в том, что чтобы вы сделали выход силы, вам нужно провернуть запястье. То есть в стартовой позиции оно у вас, вот если здесь у нас вот перекладина в руке, оно находится под перекладиной. В конечной позиции оно у вас находится над перекладиной. Вот это поворот! И это очень важный момент. Почему? Потому что очень многие новички, они делают выход так же, как делают подтягивание. То есть они подтягиваются доверху и пытаются себя туда прокинуть, но при этом не проворачивают запястья. То есть у них получается ситуация, в которой их запястье, находясь под турником, блокирует движение руки, предплечья и локтя дальше наверх. И именно поэтому они не могут сделать выход силой. Для того, чтобы сделать выход, вам нужно провернуть кисть. Для того, чтобы провернуть кисть, вам нужно не так сильно браться за турник. То есть, что делают очень многие новички, опять же, по аналогии с подтягиваниями, они хватают турник как можно сильнее. Ну, понятная логика, да? Чем сильнее ты возьмешь за турник, тем больше силы ты сможешь к нему приложить, тем мощнее будет твое движение. Да, все так. Но в тот момент, когда вы вот уже поднимаетесь наверх, вам надо проворачивать кисть, вам нужно отпустить турник. То есть вот здесь вот, да, ослабьте хват. Чуть-чуть ослабьте хват, чтобы вы могли провернуть руку. Если у вас достаточно сил, а если вы делаете 20 подтягиваний, то у вас должно быть достаточно сил, то вам хватит этого вот стартового движения, инерции для того, чтобы пролететь наверх и прокрутить руку. Но для того, чтобы вы могли ее прокрутить, она должна иметь такую возможность. Для этого не нужно сильно держаться за турник. Это такая элементарная вещь, с одной стороны, когда ты объясняешь, ты думаешь, блин, как можно вообще по-другому. Но, с другой стороны, да, это действительно, если ты посмотришь на площадку на людей, которые пытаются делать выход силы, посмотришь, почему они не могут сделать, ты задашься вопросом. Вроде бы у них рывок хороший, вроде они высоко подлетают, но руки у них не проворачиваются. Ты начинаешь им объяснять, что, типа, надо провернуть руку, чтобы сделать выход. И они такие, да, хорошо, но у них снова не получается. А все дело в том, что они слишком сильно берутся за турник, слишком сильно его сжимают, и поэтому им очень тяжело провернуть руку. Для тех, кто хочет научиться делать выход и хочет научиться делать его с более простой версией, я предлагаю использовать глубокий хват. То есть обычный хват, когда вы держите перекладину в руке, глубокий хват, когда вы кладете перекладину на турник. За счет этого, соответственно, вам не нужно проворачивать кисть. За счет этого также уменьшается длина рычага, который нужно использовать для того, чтобы вытолкнуть свое тело наверх, подтянуть его. Вот. Но, с другой стороны, увеличивается травмоопасность, потому что если у вас рука соскользнет, потому что вы не держите турник, то можно получить травму. Тем не менее, вариант рабочий, поэтому рекомендую найти какой-нибудь рукоход, где будет достаточно места для вашего запястья, и пробовать делать выходы силой на рукоходе, просто чтобы именно отработать это движение. А когда вот уже научитесь делать выход из глубокого хвата, то можно попробовать делать выход на обычной перекладине, уже держа ее, потому что у вас уже будет достаточно силы, вам останется только проворачивать кисть. Двигаемся дальше. У нас четвертая ошибка, которая также связана с предыдущим пунктом. Как видите, все очень сильно взаимосвязано, и эти мне так нравятся тренировки на турниках и брусьях. Но связано, опять же, с траекторией движения и с тем, почему запястье блокирует ваше предплечье. Когда вы подтягиваетесь, вы двигаетесь в одной плоскости. Не очень видно на видео, что я двигаюсь в одной плоскости, но будет видно. То есть вы вверх-вниз, вверх-вниз, то есть тело двигается вот так вот. Когда вы делаете выход силой, все немножко по-другому. Для того, чтобы вы могли прокинуть свое тело, оно должно двигаться по дуге вот такой. Вы уходите чуть-чуть вперед, затем уходите назад, выходите, дожимаете, делаете выход силой, понимаете? Воспринимайте это упражнение немножко по-другому. Не как подтягивание, то есть если в подтягиваниях вы тянете турник к себе, подтягивание, в выходе силой стремитесь опустить его перед собой. То есть не так, что вы подтянули турник к себе, перевели руки, да, потом отжались. Нет, пытайтесь сразу опустить его перед собой. Именно это создаст то самое расстояние, которое вам нужно для того, чтобы сделать выход.